Всем привет! Вы на канале Логопед для вас. Угадайте, где мы сегодня находимся? И правильный ответ у меня на работе, в поликлинике. Да ладно! Давайте посмотрим, как выглядит мой кабинет. Стулья. Так, это игрушки у нас лежат на столе, кубики. Доска для малышей, мы там пишем задания. Тут у нас информация, информационная доска, как заниматься родителям с малышами. Это у нас зеркало, приветики. Эй, зеркало. Вот я. Так, здесь у нас раковина, шкаф, в котором висит моя курточка, обувь. Так, здесь у нас шкаф с игрушками. Так, тут у нас документация, методические игры, пособия, отчеты. Также игры. Ничего интересного. Так, это мой стол. Это запись, кто ко мне записался. Красивое такое зеркальце. Ой, картинка моя. Формы, транспорт, животные, части тела. Так, здесь у нас такой потолок красивый. Картина есть. Привет, это я. Еще разок привет. Да. Вид из окна. Кусочек поликлиники. Небо все темное. 15 сентября у нас такая погода отвратительная. Ребятишки какие-то идут. Здесь был батут, но его уже убрали. Теперь посмотрите, всегда мечтала так сделать. Эй, голова не кружится. Вот только у меня кабинет. Обратно. У-у-у. Скоро увидимся. Смотрите, какие у меня тапочки. Так как у меня открыто окно, поэтому я в носках. И самый актуальный вопрос. Сколько получают логопеды? Здесь не разбогатеешь с такой зарплатой. Один только выход – это частная практика. Можно заниматься с детьми частно, либо в каких-то центрах устраиваешься. Медицинский центр или развивающий центр. Я подрабатываю фитнес-инструктором. Всегда у меня было 3-4 группы, но сейчас у меня поменьше. Если есть девчонки, которые хотят поступать на логопеда, подумайте 1000 раз, стоит вам идти на эту специальность или нет. Много минусов и много плюсов. Минус, конечно, зарплата. Но из плюсов это короткий рабочий день, длинный отпуск, работа с детьми, творческая специальность. Может, кому-то нравится работать с детьми. Конечно, это большие плюсы. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Напишите в комментариях, понравилось вам видео в таком формате. Задавайте вопросы, комментируйте, я на все постараюсь ответить. Мы встретились наконец. Мы с мамой идем домой. Случайно встретились, классно. Ну да, сейчас через дорогу повезем, а то нас закидают. Люблю Мариночку помидорами. Доченьку свою маленькую. Ну что, мы идем с работы, ждем ребенка нашего. Сейчас встретимся с моим малышом. Катюша! Катюша, привет, моя девочка! Привет, мой малыш! Привет, моя красавица!